Короче, очень холодно. Просто сразу сводит тут же ноги. Надо быть подготовленным, чтобы окунуться, поэтому, несмотря на то, что я надел плавки заранее, я не окунусь, потому что очень-очень холодно, но очень красиво. Очень хотелось бы, да. Надо в Архангельске в прорубь зимой. Да, подготавливаться. Да, нырять. Ну что, мы заехали на Голубое озеро, там очень красиво, но единственное, что когда мы только приехали, вот заехали только, во-первых, там сразу была асфальтированная дорога, то есть Саша, когда смотрел, ну вообще в интернете, там была такая дорожка, ну такая лесная, такая уютная, там сейчас асфальт, и как только мы приехали, там вот в самом начале стояли машины, там играла громкая музыка, то есть, ну такая атмосфера, то есть мы как бы, как и хотелось приехать в такое природное место, дикое, красивое, а там музон, люди стоят, как бы пикник, ну такое, знаете, ну, в общем, не очень мне понравилось себе впечатление вообще. И потом пошли дальше, и дальше началась вот эта дорога, она, как знаете, гравий, крупный гравий, по нему невозможно идти, мне, я чувствую каждый камешек, и дорожка такая вот прям вот, хочется, чтобы там была просто вот земля или какой-то вот специальный грунт, ну, в общем, не просто гравий, по которому, в принципе, нельзя ездить, там дорога перекрыта, то есть, не знаю. Портится впечатление вот сразу же от места. Потом, когда уже дошли до самих озер, самого вот этого озера Голубого, да, там уже, конечно, все так благоустроено, красиво. Еще есть места, которые доделываются. Но в целом озеро очень понравилось, живописное. Если абстрагироваться от того, что вокруг, и просто смотреть на воду или на природу, то, конечно, очень здорово, очень классно. Недалеко от города, в принципе, ну, надо, конечно, проехать было, вот. Такие дела. Сейчас мы приехали в скейт-парк. Тот скейт-парк, который Саша хотел, такой крутой скейт-парк, он сейчас закрыт, но вот здесь парк, ему посоветовали еще один, классный, такой, такая зона, площадки спортивные, очень классная территория, все сделано, продумано, и он сейчас катает, потом пойдем обедать. Катя, я буду поздно. Пошли пообедать в веганское кафе. Саша заказал себе веган шаурму, а я морской боул с тофу в нори. Он создает такой рыбный вкус. Вот. Ну, не скажу, что мне особо понравилось. Было довольно-таки просто. В общем, я ждала чего-то большего. Но пообедали в кафе, посидели. В принципе, ничего. Мы заехали в Ашан и припарковались там в отдельной парковке, потому что сверху вообще места не было. И не можем найти машину. Это как вообще? Я никогда не думала, что ну там просто тут мы припарковались, и сразу мы как-то видели вход. И я даже ни на секунду не подумала, что нужно запомнить Я хотя бы. пойдем. Ага, хотя бы цвет сектора. Просто пошли, сейчас выходим и просто непонятно где. Вот вход. Мы вышли где-то сейчас там. Здесь мы как бы зашли, и машина вон стоит. Вот совсем рядом. То есть, по идее, вот мы припарковались. И вот вход. Но вышли там из другого входа. И все. И там тоже был выход. И мы запомнили, что у нас машина стояла слева от выхода. Мы увидели как некий выход, пошли в ту сторону, и там нет нашей машины. Но сейчас все нашлись.
пошли во вкусвилл, тут разные тортики есть. Вот я возьму вот такое вот пирожное морковное, вот значки с веганскими составом. Шли уже домой к машине, увидели кафе, точнее даже стритфуд, да, Костыбый. Это такие лепешки наподобие как тако, только они мягкие и с начинками, ну как там, картошка, грибы. Там есть, конечно, мясные, есть и овощные, грибные, в общем, очень разные виды. Нам очень понравилось, Саша взял себе простую, такая самая-самая простая, она недорого очень стоит, по-моему, просто картошка и лук. И еще он взял себе с фалафелем, но фалафель оказался очень сухой, и, ну, ему заменили. Но сам фалафель, он весь такой, поэтому он взял с грибами, такую более плотную, насыщенную, вот. Но в целом очень здорово, что вот такая национальная еда и в формате стритфуда, то есть очень большое разнообразие, даже веганская, безглютеновая, очень классно, и там еще, по-моему, супы были, и, в общем, прикольно. Комариков надо отмыть. Надеюсь, это мега да инфа. Ну что, вы, наверное, устали от этих пятен на лбоухе? Это было не эпично. Ну как вам? По-моему, шикарно. Сейчас просто нет смысла мыть машину, потому что мы поедем сейчас снова по трассе, в эти дни у нас большие переезды будут, поэтому, в принципе, машина на самом деле не такая уж грязная, но вот эти вот мошки, насекомые, которые на стеклах, это, конечно, да, мешает. Буду сейчас делать ужин. Опять-таки натру кабачок на терке, поджарю с луком и чесноком, специями. Отдельно отварю вот такие безглютеновые макароны и добавлю еще в конце вот такой вот. Мы купили соус, просто готовый, чтобы был сразу вкус готовый, вкусный. Вот, и буду такой вот ужин. Вот хочу снять, какие мини-вкусности, мини-сладости мы купили. Это вот батончики разные. Это батончики такие, как Сникерс, темный шоколад, белый шоколад. Это аналог, как Марс. Это как пикник. Такие лепестки миндальные. Обычно я использую арахис, но миндаль еще лучше, поэтому шикарно для готовки, для кексов. Для покрытия очень хорошо. Вот такие снеки картофельные с луком и льном. Где состав? Где состав? Вот состав. А, да, еще шоколадка вот такая. Я просто все время ищу шоколад именно с цельными орехами. Они не часто встречаются. Довольно-таки обычная шоколадка. Ну, в общем, здесь будет интересно. И вот это еще интересно. Тоже с свеклой.